Отвалить. Флипендо, флипендо, флипендо. Гарри, ты хочешь, чтобы я спятил, блядь? Ты чё так орёшь-то одно и то же постоянно, придурок? Ты можешь хотя бы потихонечку это говорить. Неужели, блин, заклинание эффективнее от того, что его орёшь, как реза, как джигурда, блин? Заткнись, сука. Здравствуйте, друзья! С вами снова Песик Трахер. Мы продолжаем играть в Гарри Поттера. Вот он стоит со своей палочкой в правой руке. И не подумайте ничего пошлого, я имею в виду с нормальной своей волшебной палочкой. Да не в смысле с волшебной, потому что он ей делает какое-то, да, он ей делает волшебство, но не то волшебство. В общем, вы меня поняли. Мы стоим, и вот звездочка прямо перед нами, видите? Нам ее надо собрать. Помимо этого, нам надо собрать еще много звездочек. Я не знаю точно, сколько звездочек нам надо собрать, но нам нужно завершить это дурацкое испытание Вингардиум Левиоса, или как-то так оно называется. А, еще со мной сидит енотик в ротик. Енотик, поздоровайся. Здравствуйте, да, я здесь. Так вот, играем в таджиков, как и в прошлый раз. Берем гигантский ящик. О, так, секундочку, я немножечко Так вот, гигантский ящичек, мы его на гигантскую платформу. Ну, как бы оно не настолько уж и гигантское, но я же маленький песик, для меня вся гигантская. И ждем. Вот это я не очень люблю. Ну, зачем это нужно? Надо, чтобы оно мигом все, мигом. Смотрите, кстати, что это за лужа такая? Кто тут нассал? Можно что-то сделать на ней? Ну-ка, попробуем. Нет, не поддается. Не поддается моей очаровательной магии. Там, кстати, звезда сверху была. Ладно, снова по старинке. Вингардиум Левиоса мы перетаскиваем на платформу эту гигантскую хрень. Получилось. Открывается дверь. О, смотрите, ящик. Ну ладно, ящик мы потом откроем. Мы вначале тут еще платформу перетащим. Но обратите внимание, как много всего. Куча платформ, куча ящичек, чечков, чечков, куча дверей. Теперь мы открываем эту хрень. Ох, эти сраные бабы. Самое главное, что я все это вот собираю, все, что вот непосильным трудом нажито, все вот это добыто, отдать двум рыжим пидорасам. Это просто вот реально выводит меня из себя при одной мысли. А они мне взамен какие-то портреты каких-то ублюдков дают. Зачем мне эти портреты этих ублюдков? Вот если подумать, вообще не имеет смысла как бы собирательство в этой игре. Бабы сами по себе ничего не дают, там здоровье не улучшают, только обмениваешь их реально на фотки каких-то старперов, блин, бородатых. Ладно, залезаем еще. Смотрите, сколько у нас всякого говна тут можно собрать. Ну и несмотря на то, что я сейчас говорил, я все это пособираю, потому что, я не знаю, у меня включается какое-то еврейство во мне. Когда я играю в такие игры, мне хочется все... Так, ну я думаю, вы не будете возражать, если не буду смотреть, что это за карточка, мне уже насрать, честно говоря. Я уже от этих карточек подустал. Давай, тут просто бабы будут, наверное. Ну, пожалуйста, подобрали. Вот сейчас было бы обидно промахнуться и начать все заново. Так, одну секунду. Теперь мне сюда, правильно понимаю? Так, или подождите, это в самое начало я пришел? Что-то я... Или там самое начало? Твою мать, не могу понять. Песик, ну ты что, совсем дурной, что ли? Ты не видишь? Ну вот, вот ты... Вот здесь же ты и должен быть, в этом месте. Погоди, разве? А ну, стоп. Нет, ну да, сюда точно нельзя. Ты что ж такое, а? Песик, ну твою мать. Ну вот куда ты прешься? Вон же. Где? Где вон же? Песик, ты что? Я извиняюсь, ты что, даун? Я бычку обязательно расскажу об этом случае. Он будет угорать над тобой своим шепелявым смехом просто... наверное, ближайшие лет 10-15. Ты хочешь сказать, что мы еще 10-15 лет в шкафу будем сидеть? Я нашел, кстати. Вот, отлично. Только я не могу туда добраться. Да, он будет сидеть и своим шепелявым смехом таким. Вот так вот. Будет тебя засмеивать, понимаешь? Потому что ты дебил. Ты бродил, ты тратил время. Ладно, короче, все, заткнись. Ты достал своим нытьем. Это моим-то нытьем? Да ты постоянно ноешь. Я постоянно ною? Когда я ною? Да ты вон даже на платформе, когда стоял, ты говорил, что вот, быстрее, все, нытье, нет, чтобы просто подождать. Так ты же в прошлой серии, по-моему, тоже или в позапрошлой жаловался на это, придурок ты. Ты посмотри, ну посмотри, ну это разве можно не жаловаться, посмотри, как это долго. О, мало того, смотрите, сволочи еще и поставили вот эту вот платформу выше на уровень, я должен цепляться. Поздравляю, мистер Поттер, вы выполнили задание. Вы нашли много звезд. Надо же, быстрее, чем я думал. 10 баллов факультету Гриффиндор. Огромное спасибо, маленький лысый гондон. Уходи отсюда. Все, он ушел. Так, отлично. Теперь мы должны... О, смотри-ка. Вингардиум Левиоса! И куда?
Где-то тут платформа есть, я так понимаю. Вот, наверное, в эту сторону. Да, точно, нашел. А, очередной сраный сундук, в общем. Ничего нового. Да, пожалуйста, собрали все бобы. Выходим обратно. Так что, куда идти-то? Ничего не открыл. А, может, просто надо пройти в эту дверь? Ну-ка, сейчас. Точно, точно. Давай. Второй этаж посетить. Ни хрена себе. Я уроки скорочтения не проходил. Глядите-ка, тут еще наверняка вот тайник. Да, да, я смотрю. О, господи. Гарри, что ж ты такой пьяный, что ли? Ну, прицелься-то, молодец. Гарри реально как будто с выпускной вечеринки или еще хер пойми откуда. Очкастый кретин не может попасть никуда. Ладно. Ну, бери уже, наконец. Все замечательно. Ладно, я как профессиональный вор-медвежатник обчистил нахрен все сундуки в этой гребаной волшебной школе. Теперь вот, смотрите, жаба. Что за хрень? О, господи. О, давайте, да, вот точно, сразу его хорошенько. Все, и все, а зассал, да? Только пришел, сразу улетать, вот так тебе. Ну ты песик, конечно, вообще, ты супермен, у меня нет слов. Да я вообще крут, я знаю, да. Так а куда тебе идти-то? Не, наверное, все-таки назад. Да, тут там все закрыто, я смотрю. Классная у них школа, решетки, блин, как в тюрьме. Эй, о, приперлись. Гарри, ты собрал для нас 25 конфет? Два сраных рыжих гандона. Да, собрал. Для экспериментов. Каких экспериментов, блин? Подойди к Фреду. Все карточки. Отлично, Гарри. Будете проверять. Помог. Будете проверять, бабы, какого цвета карточки лучше пролазит в ваши пердаки. Эксперименты у них там. Я вижу, что два рыжих педика любят поэкспериментировать. Что помог нам Гарри. Валите отсюда. Они прямо такие вообще Джеймс и Бонды, блин. Они знают реально потайные ходы какие-то, что-то в этом роде. Все, давай, забрали, отлично, поперлись отсюда. Смотрите, Николай Гоголь, что ли, или мне показалось? Не, вроде нет. Хотя что-то в прическе такое общее есть, наверное. Ты такой прямо интеллектуальный песик, ты знаешь, что такой Николай Гоголь? А ты что, не знаешь, что такой Николай Гоголь, что ли? Привет, Гарри. Ну, знаю, меня, да, но это ж я, а ты-то дебил. Да пошел ты! Это моя напоминалка. Какая напоминалка? Если я вдруг о чем-то забуду, она мне... О чем ты можешь забыть? Что тебя Невилл зовут? Это единственное, что ты вообще знал. Она говорит, что у нас скоро урок гербологии. Так, блин, нахрен тут напоминалка? Это я тебе могу сказать, мне писали об этом. Остерегайся Драко Малфоя. Он где-то здесь, поблизости. Очень страшно, сейчас обосрусь. Драко Малфой. Ну, Дракула, что ли? Погоди, какое-то зловещее реальное имечко. Может быть, это какой-то вампир. Где-то Драко здесь есть потайная комната. И я ее... Да, вот, чувак, на, найди. Я тебе помогу немного. Если ты после этого даже не справишься, то ты дебил. Так, отлично. Бежим за этими упердышами мелкими. Куда-то. Так, смотрите, ведьма. Сейчас будет. Как смешно, да? Не, мне не смешно, я не знаю. Не знаю, что она довольная такая. Какой-то лысый хер. Так, ну что, полезть туда или не полезть? Ну давайте уже полезем, ладно, возьмем. Возьмем сундучок. Да давай бери сундучок, блин. Молодец. Так, все, отходим назад. Портрет этого чувака висит. Стоп, я что-то не понимаю. Я же тут был уже. Слышь, енотик. Я вообще не знаю. Какая-то школа непонятная. Тут, чтобы на урок прийти, надо там не заблудиться. Да что тебе? Что ты встал на дороге? Придурок, отвали ты от меня. Красивые статуи. Разозлил. Так, хорошо. Спускаемся. Ага. Вот это, наверное, и есть этот Дракула. Вот мы и встретились, Поттер. Боюсь, мне придется прервать твою приятную прогулку по замку. Ты зализанный педрила, я тебе сейчас так пидорну слышу. Стой, не шагу дальше. Делай, что хочешь, но мимо меня ты не пройдешь. Ты уверен? Ой-ой-ой, бедненький Поттер не может выйти. Гарри, может, ты ему что-нибудь скажешь? Может, ты ему пригрозишь, я не знаю, скажи ему, чтобы отвалил. Замечательные штуки. Что ты молчишь, как? Эти волшебные хлопушки. Опущенный как. Они поднимут тебе настроение. О, хлопушки! Ага, люблю хлопушки. Давай. А, больно? Нет, такие хлопушки я не люблю, мать твою, скотина ты. Белобрыса. Так, вот черт возьми. Так, надо что делать? Ну что, весело? Эта смазливая сволочь меня побеждает, даже очень нехило. Надо как-то... А как
как их бросать-то, я не понимаю? Как их бросать? Ну, попробуй левую клавишу мыши. Да, уже сработало, все, ты как всегда запоздал со своими советами. Сейчас я ему голову-то начищу, его башку тупую. Ну, посмотрите, какой экшен пошел. Такого в этой игре еще не было просто-напросто. Так, давай, ау! Давай, раз! И попаду! Попал, отлично, смотрите. Нехило, у него так здоровье от этого отнимается. Я по большому счету молодец, а я еще и подлечусь. Так, давай, раз! Нет, не попадаю. Тут не так-то просто попасть на самом деле. Хорошо! Осторожней. Походу, я двумя сразу его взорвал. О, черт возьми, черт возьми. Ничего себе! Ничего себе, он начал выбрасывать! Твою мать! Сволочь такая! Раз, два, три! Я не могу попасть, это не так-то просто, как кажется. Давай, раз! Нет, не попадаю. Что ж такое, а? Что ж такое, смазливая ты сволочь, а? С хлопушками, блин! Ну никак, ну ты посмотри, а? Ну никак. Давай, раз! Есть! Отлично! У-ху! Победа! А чё он не умер? Проклятие, Поттер, мы ещё встретимся! Я его убить хотел, чё он жив до сих пор? Я надеялся, он сдох от этого. Жалко, жалко! Мою кровожадную песиковую натуру не утолил данный поединок. Или песика кровожадную. А куда идти-то теперь? Я понял, куда идти теперь. Что же это такое в последнее время? Непонятно вообще ни черта. Господи, не сюда. Здесь ничего нет. Так что на самый выход получается? Прям вот туда? Давайте попробуем. Да, действительно, судя по всему, так и есть. Посидите урок гербологии. Да я не успеваю, блин, прочитать. Я только слово гербология прочитал. Ой, ну ладно. Гарри, иди сюда. О, какой-то жирный, бордатый педофил. Чего он от меня хочет? Привет, Гарри. Это я, Хагрид. Рад тебя видеть. Я не Все сомневаюсь. Все это земли Хогвартса, а я здешний лесник. Ну, ты помнишь. Глазам не помню, блин. Я первый раз тебя вижу, придурок. Как быстро здесь все растет. Прям как у тебя на голове и на лице. Ждет тебя у входа в теплицу. О-о-о. Заходи ко мне на чай после уроков. Нет, вот этого я точно делать не буду. Я на твою хитрую рожу как посмотрел, как на твою улыбочку извращенскую. Зайди ко мне на чай, не зайду. А вот Гермионе зайду, которая меня ждет возле теплицы. Это другой разговор. Так, стоп, я понял, сейчас же будет урок гербологии. Урок гербологии проходит в теплице профессора Спраут. Я подожду Невилла. Кажется, он опять потерялся. Давай, Гарри, иди на урок. Так, смотри, енотик, сейчас будет урок. Это означает, что будут эти идиотские изучения заклинаний. Я пошел. С меня хватит, мне в прошлой серии этого хватило. Ну ладно, давай тогда я. Тем более, что тут Гермионочка. То есть я сейчас с Гермионочкой, наверное, смогу потусить. А может быть и нет. Скорее, что-то мне подсказывает, что скорее всего нет. Скорее всего, сейчас мне скажут перец туда в одиночестве, а Гермиона останется тут, а я уйду. А я уйду без нее, это будет очень обидно. Ну что я могу сказать? В принципе, окружение... Гарри, что ты хочешь? Почему ты на меня сейчас так обернулся? Второй раз уж Гарри на меня так подозрительно оборачивается. Он, наверное, имеет что-то против енотиков, мне кажется. Так вот. О, смотрите. Кстати, ты знаешь, песик, нету пока твоих заклинаний. То есть, вроде бы игра идет. Я думал, я сразу зайду, будет аудитория. Смотрите, я могу повыдаивать вот эту статую на предмет наличия в ней всяких бобов и тому подобного прочего. Да, действительно, смотри-ка. Игра-то продолжается. Не вовремя ты отдал мне управление. Да, все равно до этого дойдет, наверняка, я более чем уверен. Ну ладно, будем смотреть. Так, значит, буковки Ж мы можем постоянно клацать. Я понял, нужно класснуть две буковки Ж и открыть ворота. Это, конечно, очень увлекательно. Это, да, это бесспорно, это революционный геймплей. Вот у меня просто нет слов. Революционный геймплей, мы бьем улиток, бьем букву Ж, потом бьем еще одну улитку и еще букву Ж. Причем улиток надо подбивать регулярно, потому что они начинают по новой. Берем жаб еще, да. Ну вот жаб это точно, это вообще революционно, такого никогда не было. Так. Я вот думаю, ты сейчас зря не развернулся. Там ближе было к этой сраной же. Ну ладно, ничего, мы в таком порядке тоже можем, в принципе. Особо много времени мы на этом не потеряем, прям. Вот оно же. Хорошо, полное же, я бы сказал. Теперь давайте уже наконец-то урок, может быть. Я просто знаю, что это заклинание, оно ждет меня впереди. Я хочу поскорее с ним закончить. О, мы сохраняемся.
Если мы сохраняемся, это, наверное, означает, что уже дело близится. Смотрите, еще сундучок какой-то. Можно еще поиграть во взломщиков. Что за звуки? Слышите эти звуки? Я такие звуки слышал в шоу о дикой природе на BBC, в передаче. Когда два льва жрали ну вот да, вот мы теперь-то, конечно, можем уже понять, что это такое. Это, честно говоря, еще хуже, потому что от львов ты знаешь, чего ожидать. А вот такого я еще никогда не видел. Это что-то стрёмное. Оно как оттяпнет твою Гарри Поттерскую пипиську, так ты оглянуться не успеешь. Это будет не очень. Ни хрена себе, как быстро, а. Надо быть аккуратным. Надо быть аккуратным, надо взламывать все эти долбанные сундуки. А надо ли взламывать все эти долбанные сундуки? Вот я сейчас задаюсь вопросом, потому что... Ух ты. Так, это что, чтобы попасть на урок, нужно вот эту статую активировать, что ли, получается? Или как? Не сильно ли хитро-мудро? Мне кажется, не каждый студент попадет на этот сраный урок, не то что там экзамен. Нет, это по-видимому, просто для вонючего сундука. Мне уже надоели. Так, окей. Так, там жаба, здесь не пройти, да? О, ну я понял, наверное, надо обойти, активировать какую-то парашу и потом только пройти. Вот как это обычно бывает. Да, вот, пожалуйста. Левиоса, Хироса, давай. Давай. Ну давай. Да ну что ж такой дрыщ-то? Молодец. Сейчас там что-то наверняка откроется. О, пожалуйста, получилось. Ой, выбегаем и бежим в эту дверь. Бежим в эту дверь. Кстати, я смотрю, у нас со здоровьем... О, еще лучше. Теперь у нас вообще со здоровьем проблем. Там жаба, можно жабу взять. Ну-ка, давай. Раз, давай, два. О, боже, не, все, я побежал отсюда. Это слишком страшно. Оттяпали по яйцу, по-моему, мне просто за каждый укус. Значит так. Когда же уже... Ага. О, боже. Боже, что это такое? Мамочки! А, это эти два рыжих ублюдка, господи. За что ж они все время везде шкерятся-то? Эй, Гарри, ты уже нашел 20? Да я только что недавно вам давал. Вы что с ними делаете? В очко их все запихиваете, что ли? Ничего, пошли нахрен, все. Надоели, два рыжих упыря. Стойте там и друг другу рассматривайте бобы друг у друга. Я вам бобов не дам, все, отвалить. Ученики, я профессор Спраут. Сегодня Спраут? Я научу вас классное заклинанию инсендио. Оно может пригодиться. Инцестио? Если вы столкнетесь с опасными растениями. Заклинание инцестио или мне показалось? Очень интересное заклинание. Как нужно правильно сотворять заклинание инцестио. А, инсендио, о господи. Нажмите кнопку. Господи, енотик, какой ты дебил, какой инцестио? Это детская игра, болван. Что ты вообще несешь? Ну, бывает, ну что, ну, показалось. Руку. Да я извиняюсь, конечно, кто очень хотел послушать внимательно ее трендеж, но я не хочу. Я не хочу его слушать. Она какую-то дичь несет, я знаю, что нужно. Ой, боже мой, что-то меня маленько занесло. Так. Ну, смотрите, и проходной балл я уже раздобыл, в принципе, 77. Инсендио! Да, еще громче, Гарри, крикни так, чтобы, блин, я вообще, чтобы меня мозг вынесло просто сразу. Весьма многообещающее начало. 5 баллов факультету. Да, начало многообещающее. Еще 3 раза, блин, вот так. В этот раз немного побыстрее. Ой. Немного побыстрее, куда побыстрее? Я и так до конца там не дорисовал. Ну давай немного побыстрее, хорошо. Давай, это челлендж. Челлендж, давай попробуем. Так, 65, ну я точно должен 65 заработать. 90, неплохо. Инсендио! Первоклассное инсендио, мистер Поттер. Да я вообще молодец. 10 баллов факультету Гриффиндора. Давай, начисляй. Все правильно. В этот раз немного побыстрее. Да куда еще быстрее? Ты что, оборзела, что ли, совсем? Боже, у тебя все быстрее. Твою мать. Женщина, наоборот, должна просить, чтобы помедленнее. Чтобы не слишком быстро, а она все быстрее просит. А, какая шутка классная тоже, да? В моем стиле. Я ерунки зачем? Пам-пам. Первоклассное инсендио, мистер Поттер. 15 баллов факультету Гриффиндор. Песик, ты не хочешь застрелиться? Уже давно, господи, я не знаю, я сейчас реально повешусь нахер на песиковой какой-нибудь петле. Ну я просто, я не знаю, уже 4-й раз, но это последний вроде. Ну давай попробуем как-нибудь это уже достойно завершить. Так. Ни хрена себе! Процент в процент. Редко такое бывает. Классное инсендио, мистер Поттер.
20 баллов факультету Гриффиндора. Еще медленнее можешь говорить, эстонская ты, блядь. Я просто уже не знаю, у меня уже просто нет никаких вот, просто мочи нет моей. Сил моих нет. Отвали. А теперь потренируемся в сотворении заклинания Инсендио. Опять? Мистер... А что мы сейчас делали только что? Я буду наблюдать за вами с балкона. Да, старый извращенка, я не сомневаюсь, что ты будешь наблюдать за мной с балкона. Ну, поехали. О, уже наблюдает. Это колючка обыкновенная. Если воздействовать на нее заклинанием Инсендио, она завянет. Но будьте осторожны. Мне кажется, это ты колючка обыкновенная. И ты действительно скоро завянешь. Правда, без всякого заклинания Инсендио. Попасть под шипы. Я понял, отойти, не попасть под шипы. Хватит уже трындеть. Я все будет нормально сейчас. А может и нет. Я немного попал под шипы. Ну бывает, Гарри Поттер вообще знатный наркоман, поэтому... О, пришли придурки. Сейчас музон опять. Бесик, давай вместе. Да, весело очень. Давай, проходи быстрее. Самые обычные ядовитые щупальца. Сотвори. Самые обычные ядовитые щупальца. Такое заурядное вообще просто зрелище. Обосраться. Собрать звезды. Вперед. Вперед, да, я понял. Собираем звезды. Собираем. Раз звезда, потом сразу давай два звезда и три звезда, и все на прямой линии. И закончим с этим. Чтобы быстрее. Нет, не пойдет. Видимо, не пойдет. Придется сохраняться. Эти растения обижают бедное дерево. Это кто еще такая вообще? Ты кто? Какая она страшная. Мне кажется, тут только ты страшная. Это поэтому ты спиной повернулась. Я тебя даже не разглядел. Так, ну хорошо, я понял. Нам нужно проинсентить все местные растения. Тут еще какая-то летающая параша раздражает наш глаз и всячески нам мешает. Да, вот, пожалуйста, тоже. И давай еще парочку инсендий. Ну и что, и все, наверное? Что еще делать? О, смотрите, дерево двинулось. Так, мы можем теперь прыгать, собирать звезды. Давай, жабу. Жабу, во-первых, соберем. Я так понимаю, вниз падать нежелательно, мягко говоря, да? Давай так, раз, хорошо. Так, там опять бобы, но бобы я собирать не буду, я соберу только вот эту звездочку и все, хорош. Да, вот, отлично. Алахоморим, инсендим, алахоморим, флипендим, все по-прежнему, да. Так, о боже. Не трогайте. Не трогайте меня, летающие подлюки. Отвалите. Флипендо. Гарри, ты хочешь, чтобы я спятил, блядь? Ты чё так орёшь-то одно и то же постоянно, придурок? Ты можешь хотя бы потихонечку это говорить. Неужели, блин, заклинание эффективнее от того, что его орёшь, как реза, как джигурда, блин? Заткнись, сука. Ладно, давайте инсендио, поехали. Стоп, я что-то запутался, у вас какая-то тут такая конструкция. Непонятная вообще. О, лифт! Лифт, отлично, здесь есть лифты. Высокие технологии в школе Хогвартс, мать её. Теперь... Давай сюда прыгаем. Так, кажется. О! Флипендо! Теперь назад, да? Обратно. Вроде бы. Песик, ты что-то понимаешь? Я нихера не понимаю! Ладно, я понял. Давай, инсендио, да, сейчас вот завяло это говно. Да, и сейчас просто перепрыгнем, и все будет, в принципе, хорошо. Да? Куда нам? А, нам. Ой! Не, песик, ну ты видел? Так, все, пошло, ну нахрен, короче. Я думаю, на этом мы заканчиваем. Знаешь, песик, наверное, я в этот раз скажу вместо тебя финальную речь, потому что ты уже задрал. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарий под этим видео, ребята. Ставьте ему лайк. Вот лайк вот ему ставьте. Вот большой палец вверх, да. Также, что еще могу сказать? Прямо перед вами сейчас будет плейлист на рубрику Пушистик Плей со мной, с песиком, с бычком. Открывайте, ознакомливайтесь, смотрите, радуйтесь, угорайте всячески. Внизу в описании под видео будет куча плейлистов. Да что такое? Что такое? Я что-то не могу никак повернуться нормально к камере. Будет куча плейлистов. Ссылка на группу ВКонтакте будет внизу. Вступайте в нее. Вот, вступайте в нее, как Декарт делает. Я видел иногда в шкафу сидел, он как-то так пальцы. Вот, вступайте в нее. Вот я вам тоже так говорю. И всем счастливо, всем удачи, всем пока, ребята. До свидания.